Зачем идти куда-то без вкусняшек, если можно взять их с собой? Смотри в нашем новом видео, как пронести любимую еду куда угодно. Ох, кажется, тренер Пит сегодня особенно недоволен. Роуз, вы действительно думали, что я не найду вашу конфету? Вики, я была вас лучшего мнения. Эмили, как вам не стыдно? Ах, Ванесса, я же сказал, никакой вредной еды. Попрощайтесь со своими чипсами. Нет! Что вы наделали? Кажется, у меня сердце остановилось. Эй, я слежу за вами. Не спешите, девчонки. Выкладывайте свои сладкие заначки. У меня ничего нет. Ай-яй-яй, как не стыдно. Добрый день. Зачем вам шлем? Чтобы на горках кататься. Здесь нет горок. Снимайте. Ладно, ладно. Так уже быть. Так, так, так. Да тут целый конфетный склад. Я просто очень люблю конфетки. Забирайте свой шлем и уходите. Чего только не придумают эти сладкоежки. Я проверил ваши отчеты. В них полно ошибок. Чтобы через час все было исправлено. А я пока займусь кое-чем более важным. У меня есть еще одна подчиненная, с которой нужно немедленно разобраться. Ну, здравствуйте, миссис Коко. Мистер Уоррен, можно спросить? Я занят. Упс, как неловко получилось. Тренировки у такого строгого тренера, как Пит, могут быть очень изнуряющими. И для того, чтобы их выдерживать, девчонкам нужно много энергии. Не останавливайтесь, Ванесса. Я больше не могу. О, нет! Эй, Ванесса, очнитесь! Бегите за помощью! Я буду здесь! Он ушел? Я знаю, что ей поможет. Держись, подружка! Что за чудный запах? Я что, уже в раю? Ну вот, так лучше, правда? Вот, выпейте воды. Лучше бы еще один бургер принес. Погодите-ка, проверка на наличие сладостей. Но у нас ничего нет. Точно? А это что? Это просто браслеты. Ладно, хорошего дня. Получилось. Эй, не спать в бассейне. Объедение. Я теперь всегда такие браслеты носить буду. Хочешь конфетку? Спрашиваешь. Ник, ты хорошо спрятал сладости? Их даже ты не найдешь. Отлично. Ой, вожатая уже здесь. Проверка на наличие сладостей. От меня не уйдет ни один сладкий батончик. Спрятать в летнем лагере заначку со сладостями непросто. Ведь вожатые – настоящие профи в поисках запрещенной для детей еды. Обнаружен нарушитель. Попрощайтесь со своей печенькой. Отвлекающий маневр сработал именно так, как я и рассчитывал. Брайан, пора есть наши вкусняшки. Ник, ты просто гений. Добрый день. Конфеты есть? А если найду? Следующий. Все чисто. Иногда, чтобы пронести вкусняшки в бассейн, нужна только ловкость рук и никакого мошенничества. Почти. Раз, два, три, четыре, 155, 156. Доброе утро, тренер. Доброе. Вы такой сильный. Что есть, то есть. Итак, девчонки, сегодня тренируем мышцы рук. Вики, это вам. У меня свои гантельки есть. Вы хорошо подготовились. Похвально. Вики знает, что нет лучшего способа поднять уровень своей спортивной энергии, чем конфетки. Это мой шанс перекусить.
Так, Роуз, у вас почти получается. Продолжайте. Да уж. От гантель с таким вкусным секретом не отказалась бы ни одна сладкоежка. Отлично. Тренер все еще занят. Главное, чтобы он этого не увидел. Молодец, Вики. Так держать. А вот и наша еда. Сегодня как раз полгода, как я ем только овощи. Растительная пища очень полезна для здоровья. Угощайся. Да, и это она называет едой. Приятного аппетита. Hey! Вот спасибо. Что-то пить хочется. Может, принесешь водички? Конечно, одну минутку. Когда вкусы с лучшей подругой не совпадают, остается только готовиться к совместным обедам заранее. Хорошо, что котлету так легко спрятать в этой траве. Ура, водичка! Салат отличный, свежий. Я так рада, что тебе нравится. Вот увидишь, не пройдет и недели на таком питании, как ты почувствуешь себя лучше. Добрый день. У меня еды нет. Отлично, проходите. Здравствуйте, сладостей нет? Молодцы, можете входить. Какие интересные у них прически. Наш план сработал. Вау, кажется, эти девчонки точно знают, как оставаться стильными и сытыми одновременно. Хи-хи, какой наивный охранник. Мистер охранник, можно мне пройти? Вам можно. Вашей конфете нет. Следующий. Селфи для моего блога. Отлично. Спасибо. Эй, никаких конфет. Ай, моя бедная ручка. Ой, извините. Проходите, пожалуйста. Эй, Мия, не расстраивайся. Смотри, что у меня есть. Hey! Угощайся. Вау, Зои, какая крутая идея. Чтобы пронести вкусняшки в гипсе, вовсе не обязательно что-то ломать. Пронести любимые вкусняшки в кинотеатр не так уж просто. Но Жасмин нашла решение этой проблемы. Вот мой билет. Отлично, проходите. Добрый день. Все в порядке. Приятного просмотра. План сработал. Теперь можно доставать свои сладости. Мое счастливое платье еще ни разу меня не подвело. Ой, конфеточки. Похоже, сладкая заначка Жасмин начинает привлекать слишком много внимания. Мои любимые конфетки. Я тоже такое платье хочу. Сегодня невыносимо жарко. Вам должно быть так трудно работать. И не говорите. Так лучше? Да, спасибо. Проходите. Это было просто. Пора доставать свой перекус. Свеженький, еще теплый лаваш. Все гениальное просто. Ммм, вкуснятина. Мой лаваш. Никому его не отдам. Сладкоежка Вики готова пожертвовать своим сном, только бы спрятать свою маленькую сладкую заначку. Фея, как мне надоели все эти правила. Тренер может питаться фруктами сколько угодно. Завтра на тренировке я буду есть конфетки. И я знаю идеальное место, чтобы их спрятать. Итак, Ванесса, вы первая. Надеюсь, вы помните, как боксировать. Приступайте. Ну, груша, получай. Вы дождались меня, сладкие мои. Похоже, всю сонливость Вики как рукой сняло. Или точнее, конфеткой. Сейчас тебе придется не сладко. Ой, конфеты. Я тоже хочу. Угощайся. С удовольствием. Так, так, так. Ванесса, тренер здесь. Вы что себе позволяете? Это не мое, это все Вики. Я? Я же в перчатках. Действительно.
Ванесса, 20 отжиманий. Ам-ням-ням. А куда прячешь любимые сладости ты? Пиши свои ответы в комментариях под этим видео. Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. До встречи!